Друзья, всем привет! Сегодня мы в нашем офисе Москва-Сити в Москве. Здравствуйте, Усон. Вы получили рабочую национальную визу D в Польше на целый год. Хорошо, скажите, как долго вы ожидали воеводское приглашение? Около двух с половиной месяцев, да? Да, хорошо. Кстати, Усон не очень хорошо говорит по-русски, мы общались через переводчика с ним, но в польской стороне достаточно хотя бы минимального русского для того, чтобы начать работу. Вот так они выглядят, это национальная виза D, то есть она рабочая, она на год. Порядка двух недель вы ожидали визу. Две недели. Были какие-то сложности с заполнением анкеты? В принципе, мы заполняем анкету, но человек идет в посольство для подачи и получения визы, конечно же, лично. Усон едет в Варшаву, да, потом пересаживаемся в Гданьске, затем буквально за 4,5 доллара, евро точнее, мы летим в Стокгольм, и там 300 километров до шведского города, где вы начинаете работать. То есть трехмесячный контракт в Швеции, на шведском предприятии. Скажите, вам понравилось с нами работать? Все ли было быстро? Да, нас. Хорошо. Порекомендуйте нас своим знакомым, друзьям, коллегам. Я здесь приехал, нормально работает, зарплата тоже нормальная. Хорошо. Скажите, кстати, по-кыргызски. Ушу фирмага келгиле, жакшы фирма экен, иштеп кеткиле. Кыргызстандыктар баардыгыңарды чакырамын. Спасибо огромное. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу.